На телеканале НТС Рубит прогноз погоды. Меня зовут Анастасия. Здравствуйте. Прогноз погоды представляет кредитный потребительский кооператив «Народный капитал». Выходные на Среднем Урале будут дождливыми. С сегодняшнего дня в Свердловскую область пришел циклон, который принес осадки и похолодание. Завтра, 12 июня, в Вербите еще будет тепло, днем плюс 25, плюс 26 градусов, но дождь и гроза, ночью плюс 10. В субботу преимущественно пасмурно, возможен небольшой дождь. Столбики термометров максимум поднимутся до плюс 17, ночью будет плюс 7. В воскресенье переменная облачность, осадки маловероятны, днем плюс 17 градусов, ночью плюс 8. А я напоминаю, что прогноз погоды представляет кредитный потребительский кооператив «Народный капитал». Вы не знаете, как сохранить и приумножить ваши сбережения? КПК «Народный капитал» станет вашим надежным финансовым партнером. Ставки по вкладам от 9,9% годовых. Телефон для справок 20015. Адрес в городе Ирбите, улица Советская, 96В, первый этаж. Но я прощаюсь с вами, желаю всем отличных выходных и хорошего настроения. До свидания.